В течение 20 минут после тренировки необходимо выпить углеводный коктейль. Если после тренировки проснется чувство голода, можно съесть творог 0%. Однако не позже, чем за 2 часа до отхода ко сну. Пятиразовый прием пищи позволяет не испытывать чувство голода в течение всего дня. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!